Друзья, всем привет! Сегодня мы опять отправляемся в растение против зомби. Ну, к сожалению, без дочки, потому что она немножко приболела. Но зато со мной пойдут подписчики, вот один точно. Может, еще кто-то сейчас придет, пока я записываю начало. И пока я записываю, я хочу купить новые растения. Вот у меня есть новое растение вот такое. Вот, повторитель. И есть целых 1075 кристаллов, поэтому можно взять еще что-нибудь. Вот, либо кактус, либо вот такой чомпер. Либо мелоновый стол, арбуза-мед, либо кукуруза-мед. Так, атака 20, 250, давайте арбуза-мед купим. Сколько у меня осталось? 325. Так, значит, арбуза-мед мы экипируем. 325 ничего не стоит. Окей, окей. Пишу им, идем на хард. Ребята, хочу на сложном пройти этот уровень, на сложном. Пойдемте. Так, включаем тяжелое. Если мы пройдем, мы получим много кристаллов, ребята. Поэтому включаем тяжелый и попробуем пройти. Есть! Выбрали хард, отлично! Так, теперь идем к зомбикам и ставим... ставим первую... первый мой называется... Как же он называется? Повторитель. Это горохострел, который стреляет сразу двумя, ребята. Тыш-дыш, тыш-дыш, тыш-дыш-дыш. Ой, ой, что-то долго... Ну ладно, может девочка сейчас поставит еще кого-нибудь. А что они никого не ставят? Они просто в игру зашли. Ставьте кого-нибудь! Мы же тут проиграем! Боже мой! Боже мой, боже мой, боже мой. Мне нужен еще один повторитель, ребята. Так, ладно, он сейчас начнет опять постреливать. Тыш-дыш, тыш-дыш-дыш-дыш, тыш-дыш-дыш-дыш. Так, все. Так, следующая волна пошла. Ну, эти попроще, эти попроще. Мне надо еще 200 накопить. Здесь поставили еще горохострела обычного. С атакой 10. Но мне нужны еще, ребят, мне нужны еще денежки, чтобы было 200. Эх, девочка пишет, я Самира, а я пишу, почему никого не ставишь? Мы проиграем, мы все умрем, ребята, мы все умрем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, 250, ребятки, все, 250. Ой, 250, так-так-так-так-так-так-так. Поставлю-ка я арбузомет. Арбузомет поставлю вот здесь. Все, он теперь защитит. Защитит. Смотрим, как он атакует. Он будет атаковать по одному или сразу по двум? Вот что мне интересно. И сейчас зайдет в его зону действия. И полетел арбуз! Буф! Снесло просто, в голову снесло. А нет, по одному, к сожалению. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки Дикий Запад» и «Папа и дочки Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку «Папа и дочки Яркие». Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так – papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Дыш-дыш, колпоконоса. Здесь раненых много, много раненых, но недостаточно. А девочка Самира говорит, что ей 6 лет. Здорово. Смотрите, всех разнесли, ребята, здесь все убиты. Отлично. Так, ставлю снова за 200. Вот здесь. Вот здесь поставлю. Вот тут. Вот тут. Вот тут поставлю. Все. Теперь будет большая атака. Отлично. Нам нужно спасти мир от зомби, ребята. Мы должны всех зомби остановить на тяжелом уровне. Вот уже тут бегун бежит. Сейчас бегуну тут тоже накидают. Так, мелкие зомби. Ну, этих, я думаю, теперь уже остановят. Смотрите, арбузомет. У него большой радиус. Вот сейчас он сразу этого и прибьет. Бам, все, готово. Ставлю еще, ребятки, один арбузомет вот здесь. Все.
супер. А обычного я уже не ставлю, ребятки, потому что... А, и не надо. Теперь надо именно вот ставить повторителя и арбузомета. Как он, кстати, называется? Он называется... Мелоновый стол. Что значит мелоновый стол? Не знаю. Зомби, что вам нужно? Что вам нужно? Вы куда идете? Армия целая зомбаков. Так, еще 200. Отлично, поставлю вот здесь в начале. Вот здесь в начале поставлю. Нужно, потому что больше выносить сразу зомбаков. Как можно больше. Чем меньше здесь пройдет зомби, вот по этой дорожке идут. Я зомби, иду по дорожке. Мне хочется добраться до того дома. И захватить всех. Я зомби, который обогнал других зомби. Я иду к тому домику. Ну тут по мне стреляют всякие вот эти штуки. Арбузами в меня кидают. Я иду. Вот здесь я перепрыгнул. Бяус. И захожу в дом. Тук-тук, пустите, я зомби. Вот так они думают, ребята. Вот так они думают, но мы пытаемся их остановить. Так, я ставлю еще одного здесь. Вот здесь. Вот тут. Вот тут ставлю еще одного. Бам, все, тут два и тут два. Очень хорошая будет остановка. Есть, отлично. Все, они остановили, ребятки, остановили. Ставлю еще одного вот тут. Теперь здесь будет просто мощнейшая атака. Целых три повторителя, которые стреляют по два, будут выносить. Плюс вот здесь еще повторители, отлично. Теперь мне нужно... Кстати, здесь есть вишенка за 29 рубаксов. Если будет критическая ситуация, я использую вишенку. Так, мои 3, 4, 5... Трудно им остановить, но я поставлю еще одного арбузомета вот здесь. Вот, не знаю, где. Вот тут, наверное, я поставлю. А хотелось бы вот здесь. Да, вот, а здесь не получилось, ладно. Давайте вот тут поставим. Смотрите, теперь арбуз тут стоит, арбуз вот здесь стоит, и арбуз вот тут стоит. Ну, это просто мощнейшая стена и защита от зомби. Вот этим вообще не пройти. Тут... Кладбище, ребята, смотрите. А вот, ребятки, спортсмен. А, футбольный зомби, да, спортсмен-зомби. У которого целых 300 защиты. Но, к сожалению, или к счастью, он не пройдет. Потому что мои его здесь будут останавливать. Так, вот этот арбуз я могу апгрейдить. У него атака будет 35. Увеличилась, радиус увеличился. Он теперь стреляет дальше. Вот такой большой у него охват пространства. Сейчас за 300 вот этого еще увеличу. Вот, он теперь даже сюда будет доставать. Отлично, отлично. Огромная просто, ребята, защита. Я специально копил денежки, чтобы купить двух новых юнитов, чтобы показать вам, как происходит сражение. Так, теперь арбузомет нужно поставить еще вот, вот, где-нибудь вот тут в начале. Чтобы прям с самого начала начинал арбуз швыряться арбузами. Пишет, вы снимаете видео? Я пишу, что снимаю. Может, она хочет меня отвлечь от зомби? Смотрите, здесь маленький босс уже идет. Маленький бобосс идет, ребята. Он прошел мою первую линию обороны. И даже не поврежден ни капельки. Все, все, началась атака на мини-босса, ребята. На мини-босса. Так, вот у него, смотрите, тратятся жизни. Смотрим, смотрим. Вот, скоро до половины. Не, этот мини-босс не пройдет, ребятки. Не пройдет. Увеличиваю радиус арбуза. Отлично. Не, мини-босс не пройдет. Здесь его остановят. Смотрите, сколько здесь всего стоит. Остановят однозначно. О, снова мини-босс. Мы еще того толком не убили. А, уже все, смотрите. Нету мини-босса. Да, свидули. А тут уже новый мини-босс идет. Ай-яй-яй-яй. Отвлекают внимание. Отвлекают внимание от нужных вещей. Ладно, поставлю здесь повторителей два штуки. Все, пускай они разносят, помогают. Бах-бах-бах, стреляют, супер. Не пройдет. Друзья, у нас пока получается отлично защищать наш дом от вторжения зомбаков. Видите, здесь написано 100 из 100. Это значит, еще ни один зомби не добрался до домика. Ни один. Улучшаю повторитель. Сейчас второй улучшу повторитель. Для чего надо улучшать, ребята? У него увеличивается радиус. Видите, он теперь сколько? Вот без улучшения у него вот такой зеленый круг. А с улучшением вот такой зеленый круг. Поэтому это важно делать улучшение. Вот, и второй сейчас будет 250. Опа, улучшен. Все. Два повторителя с большим радиусом атакуют здесь всех.
Друзья, когда-то мы начинали игру «Растения против зомби». Была такая игра, настоящая, не в Роблоксе. В Роблоксе это как бы повтор, ремейк, а настоящая. Вот мы в нее играли, когда девочки мои были еще маленькие. А теперь они уже выросли. И Аришка, кстати, заболела. Поставьте ей лайк. Ждем, когда она выздоровеет. Так, ну а пока ждем. Поддерживаем ее тем, что разносим всех зомбаков. Нечего им тут жить. Бомс улучшили. Улучшаем наших повторителей. Замечательно. И мне кажется, мне осталось два юнита поставить. Я поставлю еще два арбузика. Два арбузика, которых любит Пузика. И еще один арбузик я хочу поставить вот здесь. Вот тут ставлю. Отлично. Все, ребят, у меня все 13 юнитов использованы. 13 растений. Теперь мне их можно только прокачивать. Начну я прокачку с арбузиков. Всех арбузы прокачаю, потому что у них больше атака и большой радиус атаки. Так, можно следующую волну запускать. Замечательно, пошла следующая волна. Улучшаем арбуз за 300. Бамс, у него гигантский теперь радиус атаки. Вот этот уже лучше немножко. Сначала я всех прокачаю на первую категорию. Потом буду прокачивать всех на вторую категорию. Эх, вот этот вот сюда не достает. Надо бы его улучшить, чтобы он и сюда доставал. Нужно срочно 300... 300 солнц. 300 солнц. Но не так уж и срочно. Потому что маленький босс раньше доходил до сюда. А теперь он доходит всего лишь сюда. Есть. 300 есть. Улучшаем. Тыдыщ. И еще раз за 350. Сейчас. Там прокачается 310, 300. Сейчас мы 350 сделаем, чтобы этот стрелял и туда. И... Отлично! Ребята, смотрите, какой гигантский радиус. И атака 40. Атака 40. Диапазон радиус 40. Он вообще оттуда бьет аж вон туда. Здесь идут три маленьких босса в этот... О, уже два маленьких босса. Быстро боссов уменьшили. Пойду прокачаю арбузики непрокачанные. Этот полностью прокачан. Этот нет. А вот этот... Этот тоже прокачаем. Все, отлично. Все, маленький босс тоже уже никуда не дойдет. Идет, ребята, большой босс, ребята, огромный босс. У него банда мелких зомбаков, идет огромный босс, ребята. Оу, это опасно. Из моих только вот этот вот здесь, все остальные не мои. А они слабо прокачаны, да? Они вообще не прокачаны, ребята, они вообще не прокачаны. Ой-ой-ой, так, что там у босса? Только начали сносить ему. У него 2000. А, нет, мы победим. Мы победим, я чувствую, что мы победим. Это последняя волна на харде. И мне интересно, сколько нам дадут денег. Так, смотрите. Стратегия следующая. Продаю вот этого. Ой. Продаю раз, продаю два, продаю три. Иду. Ой, мы убили босса! Дали 350 кристаллов на харде! Уходим в лобби. Давайте посмотрим по квестам. Могу забрать 40 кристаллов. Могу забрать 10, купить одно растение, купить 3 растения, купить 6 растений. Отлично, убей 10 зомби. У меня 975 кристаллов, я выполнил квесты. Давайте-ка теперь посмотрим, что я могу купить. Юнит, у меня почти 1000. Почти 1000. Этот нельзя купить, это за рубаксы. Этот 6000. Это 2000. 150? Колючий камень 150. А что он дает? Что он дает? Атака 20, 150 солн стоит. Я специально насобираю кристаллов, чтобы купить больше юнитов. И в следующий раз мы попробуем пройти на еще более сложном уровне. Подписывайтесь на канал, потому что хорошие денечки с каналом Папа и Дочки. Всем пока! Друзья, мы создали свой телеграм-канал Папа Дочки Геймс. Чтобы в него перейти, можете отсканировать вот этот QR-код. Или введите вот эту ссылку. Или в телеграме наберите в поиске вот это слово. И вы попадете к нам в телеграм-канал. В телеграм-канале мы будем публиковать новые видео, новости, различные конкурсы на рубаксы. Например, из дискорда переехали такие конкурсы, как оценка артов, когда вы рисуете рисунки на тему папа-дочки с помощью компьютера. Вот, например, Рита. А также можете присылать на оценку свои скины из Роблокса. И много других конкурсов, о которых вы узнаете в телеграм-канале. Ссылка также есть в описании под видео. А ты уже установил игру 12 замков папа и дочки? Если да, то ты молодец, а если нет, то срочно скачай! У нас уже вышло 4 уровня. В первом уровне мы закрыли дом,
Помоги нам найти все ключи. Во втором уровне мы ждем гостей, но им не войти, дверь заперта. В третьем уровне мы попали в тюрьму. Помоги нам сбежать. И в четвертом уровне у мамы в животике кто-то живет. Узнай, кто. Игру можно скачать в Play Market и App Store. Просто вводите «Папа и дочки 12 замков» и скачивайте. Каждый день невластно снимаем Roblox игру, с утра запускаем. Рида, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые.